Я считаю, что в данном списке представлены наиболее умные люди. Догадайтесь, по какому признаку был сформирован данный список? В каком порядке отсортированы эти люди? Кто эти люди? Наверное, если вы смотрите это видео, среди них есть либо вы, либо ваши знакомые. Подсказка. Эти люди сейчас примерно в таком среднем возрасте. Так, лет 30-40. В основном они из центрального региона Москвы, Московской области. Спасибо за внимание.